Решил снять небольшое видео про покраску приводов. Увидел в мастерской Bulgir Custom разнообразно окрашенные привода. Как вы видите, здесь есть и калаши, и гэхи. Эта технология называется акваперенос, достаточно сложная штука, которая позволяет делать очень-очень сложные рисунки, как вот здесь вот вы видите, это крайптек, да, просто так кисточкой или баллончиком такого не нарисовать, такой можно сделать только аквапереносом. Ну вот гэха, покрашенная в атакс. Ну вот коллаж с аквапереносом, эффектом такой цифровой окраски. Ну и вот калашников в атаксе, тоже акваперенос. Ну и вот совсем необычная окраска, это сделанная вручную окраска под Fallout G36. Ну понятно, что в Fallout G36 не было, но вот клиент мастерской попросил сделать ему настолько необычно выглядящий привод, и это сделали. Выглядит просто потрясающе, выглядит как кусок какой-то ржавой железяки. Ну а с этой стороны вы можете видеть этого человечка из Пип-Боя. Я думаю, все поклонники серии Fallout будут в восторге от такой окраски. Может, не очень практично, но очень весело и задорно выглядит.